мальчики, они сразу спускались. У меня прям мы залетели повыше на 900 метров. Эй, что там? Не надо мне ничего уже. Меня так устраивает. Ну, я просто спрашиваю, что это такое, который Анатолий говорит. Я даже хотела учиться. Я все узнала уже, где крыло взять. Надо тоже попробовать. Но я чешница. Ну хотя я на мотоцикле езжу, все равно.